Пока никаких следов Ратланда. Нам удалось узнать, что он тут делал? Нет, но есть еще кое-что. Винстон сказал, что твой отец разрабатывал это место еще до твоего рождения. В этом нет ничего удивительного. Случается время от времени. Если с остальным не сложится, я смогу заняться открытым. О, вы только посмотрите, как эти термиты тут все изгадили. Это никуда не годится. Похоже, они вошли не с этой стороны. Есть идеи? Посмотрим. Мне лучше всего думается, когда я прыгаю с обрывов.
Вода замечательная. Я так скучала по Гане. Эффектно, но непрактично. Закон жизни. Лара, а ты, я смотрю, времени зря не теряешь. О, смотрите-ка, это же Ратланд. Не желаешь спуститься поболтать? Только если ты меня подстрелишь. Удаленные отношения обычно заканчиваются плохо. Я бы пожелал тебе удачи, но сама понимаешь. Алистер должен на это посмотреть. Он все еще пытается выяснить, откуда взялись эти обломки меча. Пока здесь только мы с тобой. И что там за древний артефакт? Он совсем не древний. Парни Ратланда, наверное, ездят на нем. Я уже это видела. В записной книжке отца. Он был здесь. Он все еще где-то здесь. Не очень эффективно для ловушки. Она не работает. Что-то заклинило. Под прицелом.
Колесо заработало, и все пришло в движение. Поздравляю, твое желание исполнено. Теперь это место ловушка. Ему нужна была женская ласка. Этот канал ведет прямо к колесу. Без пары тысяч галлонов воды это колесо не заработает. Другого способа все равно нет. Thank you.
Неплохо. Думаешь, колесо все еще вертится? Посмотрим. Так гораздо лучше. Послушай, ты меня пугаешь. В таком случае закрой глаза.
Их не миновать. Так не пойдет, Лара. Если одна из этих штук только коснется тебя... Я знаю. Значит, их нужно как-то остановить. Теперь так больше не строят. Нужно установить такие же дома. Ты хочешь, чтобы я отсюда съехал? Что это? Ты что-нибудь слышишь? Я что-то чувствую. О, черт! Нет! О, как я скучала по Гане. Чудом избежала смерти, как я погляжу. Вот ты где, Алистер. Ты узнал что-нибудь о фрагменте меча? На самом деле сразу несколько вещей. Я попробовал по рисункам на артефакте представить, как могло бы выглядеть все изображение целиком, и вывел следующее. Оп, у нас проблемы. Алистер? Зип? Странно. Зип, Алистер, вы меня слышите? Мне это совсем не нравится. Зип, ты где? Алистер? Столько спутников и компьютеров, а разговаривать все равно приходится с самой собой. Эй, ребята, вы меня слышите? Что они делают? Этого тут быть не должно. Моей дорогой Амелии, твой навеки. Ричард, это моей мамы. Зип, ты меня слышишь? Где же ты? Слышали?
Слышали? Лови! Назад! Иногда она меня просто пугает. Thank you.
Значит, ты тоже явилась за ключом к Галале. Превосходно. Попробую притвориться, что не знаю, о чем ты. О, ты знаешь. Это то, что соединяет осколки меча. Штуковина размером с кулак. Если верить Аманде, она тут. Что ты знаешь об Аманде? Где она? Хм. Так значит, твой отец проводил тут какие-то раскопки, да? Знаешь, Аманда подумала, что, возможно, он отыскал ключ. Я не знаю, о чем ты говоришь. Лучше расскажи мне про осколок меча, которым ты так любишь размахивать. Ха-ха. Ну, я уделил этому немного времени и кое-чего добился. Позволь, я тебе покажу. Черт побери, Лара! Черт побери, Лара! А как тебе вот это? А? Что, хотела бы уметь так же? Черт побери, Лара! А как тебе вот это? А? Что, хотела бы уметь так же? А как тебе вот это? А? Что, хотела бы уметь так же? Черт побери! Ты ведь знаешь, что это бесполезно. Просто А! Твоя игрушка тоже на что-то сгодится. Но я уверен, что ты поменяла бы ее на мою. Хорошо, сделаем по-твоему. А как тебе вот это? А? Хорошо, сделаем по-твоему. А как тебе вот это? А? Хорошо, сделаем по-твоему. Спорим, что ты сделаешь все, чтобы завладеть. Эй, что ты делаешь? Я думал, археологи аккуратно. А как тебе вот это? А? Хорошо, сделаем по-твоему. Черт побери, Лара! Что, хотела бы уметь так же? Хорошо, сделаем по-твоему. Черт побери, Лара! А как тебе вот это? А? Черт побери, Лара! А как тебе вот это? А? Что, хотела бы уметь? Я ведь правда тебе не враг, Ратланд. Это не осколки, они созданы с тем, чтобы соединить и разъединить их снова. Ключ Галали? Я полагаю, ты не захочешь рассказать, откуда они взялись? Крестовые походы? Король Артур? Я не интересуюсь историей. Ну что ж, тогда почему бы тебе не остаться здесь и не подумать о своем будущем? Но сделай так, чтобы меня в нем не было. Может, твой отец и не нашел ключа Галали? Но Аманда этого не знает. И сейчас она находится в твоем особняке. Надеюсь, у тебя хорошая страховка. Лара! Наконец-то! Я пыталась дозвониться целую вечность. Что случилось? Эта женщина вломилась через парадную дверь. У нее было какое-то... Даже не знаю, что это была за чертовщина. Это было как черный дым. Я скоро буду. Нет, у нас все в порядке. Следуй за ней, она направляется за еще одной частью меча. Что? Куда? В Казахстан. Я нашел фото. На нем есть те части, которые ты уже нашла. Хорошо. Проведите инвентаризацию и попробуйте найти нечто под названием «Ключ Галали». А мне тем временем предстоит сменить климат на более холодный. Надеемся потеплее. А я хочу померзнуть.